Ну, можно, да. Народная мудрость гласит, что настоящий мужчина должен вырастить сына, посадить дерево, построить дом. Домов я в свое время построил очень много. И вот дерево, которое я посадил, когда Саша родился, в 1990 году. Это орех грецкий. И вот он уже вымахал, у него уже там сын, и там еще детки. Вот, считай, мешок орехов. Саша вот тоже вырос, тоже дает свои плоды. Вот так что я, в принципе, как мужчина состоялся. А орехом я горжусь. Он классный, классный. Он дает тут тень на весь двор. Это так, примерно, наверное, 40 квадратных метров, если не больше. Вот. И, конечно же, сами орехи. Орехов, они очень вкусные, свои, родные. Вот. И добро пожаловать на наш канал. Смотри.